Люди не будут платить. Эксперт предрек коллапс в Украине из-за долгов за коммуналку. В Украине сняли мораторий на отключение от коммунальных услуг должников, который действовал ранее на период карантина. И теперь ограничения останутся работать только в регионах с красным уровнем эпидемиологической опасности. При этом в стране за год задолженность населения за коммуналку выросла почти вдвое. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в эфире Апостроф ТВ. Эксперт ввиду такой ситуации отмечает риск. Продолжение тенденции к накапливанию долгов, что может привести к коллапсу. Также он обратил внимание, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине продолжают расти, и гражданам становится сложнее вовремя оплачивать приходящие платежки. Люди не будут платить, будет расти задолженность. Это будет коллапс, говорит Попенко. По его словам, и сейчас наблюдается сложная ситуация с оплатой за ЖКУ, так после увеличения тарифов на газ и отопление с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года. Задолженность потребителей за коммуналку за несколько месяцев увеличилась на 25,6 миллиарда гривен. Притом до этого долги за коммунальные услуги росли на 5 миллиардов в год а здесь за 4 месяца они выросли на 25 миллиардов, подчеркивает Попенко. Впрочем, в летние месяцы украинцы смогли погасить задолженности на сумму примерно 10-12 миллиардов гривен, но это не оказало существенного влияния на ситуацию. Половина из этих долгов осталась. То есть фактически задолженность за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом возросла почти вдвое, резюмировал эксперт. Напомним, по данным Госстата Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 миллиарда гривен.